Всем привет, с вами WearSex, команда iTown Family, и я на проекте Break Advice. На моем уроке мы рассмотрим один из концептов футворка и как его можно развить. Итак, для начала я бы хотел показать, то есть, саму позицию вот этого концепта, как она выглядит, с которой мы будем сегодня работать. Вот сама позиция. Дело заключается в том, что мы одной рукой захватываем согнутую ногу. Раз. То же самое с другой стороны. Два. Таз не проваливаем, ногу максимально сгибаем. Прямую ногу на удобство можно положить на бок. То есть не держать на пятке, а чуть завалить. Так вам будет удобней. И сразу же напрашивается первое движение. Оно по структуре самое легкое, но может быть не самое легкое в физическом плане. То есть это нам нужно из одной позиции быстро поменять сторону. И туда-обратно. Получается раз. Резко выпрямляем, перепрыгиваем. Два, три. Первое движение. То есть на что можно обратить внимание, когда вы это выполняете? Еще раз. Не проваливаем таз. То есть держим одну линию от ноги с корпусом, чтобы смотрелось движение красиво. И когда вы начинаете толчок, отталкиваемся с руки, с нога, потому что у нас на ребре, с нее как бы неудобно отталкиваться. Поэтому отталкиваемся с руки и корпусом максимальное усилие на кручение. И успеваем только подставить руку. Отталкиваемся с руки. Бам! И разворот. Следите за тем, посмотрите в зеркало, посмотрите в камеру, как вы поворачиваетесь. То есть до конца ли движение, можно ли бы его еще как-то больше повернуть, можно ли его раскрыть. Бам! 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 Может, кому-то удобнее будет вот так вот. Без поворота, только ноги менять. Пожалуйста, пользуйтесь, смотрите. Следующее движение. Следующее движение будет также выглядеть на месте, но мы чуть-чуть поиграем со структурой, с позициями, с позами. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Если вы смотрели прошлые выпуски, то обратите внимание на движение бибой чирита, пресловутый квадрат. Оно нам сейчас очень как бы поможет, когда мы будем выполнять следующее движение на этом же концепте. Поехали. Итак, начинаем с нашей позиции, нашего концепта. То есть захватываем ногу. Теперь резким движением мы захваченную ногу выпрямляем, руки отпускаем, а нога, которая у нас держит, прямая, мы ее сгибаем под себя и держим на коленке себя. То есть мы на пол не садимся. Позиция выглядит примерно вот так. Получается, раз, резкий прыжок, бам, обратно, бам, меняли сторону, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Также при тренировке отработайте каждую позу, каждую точку, посмотрите, как вы стоите, как у вас руки, куда направлен корпус, как выглядят ноги, согнуты ли они или прямые. Еще раз. Раз, два, три, поменяли сторону, два, три, поменяли сторону, два, три. Поиграйте с руками, когда вы делаете второй шаг. Руки у вас свободны, может, с ними что-то можно сделать. Взяться за кепку, какую-то форму. Все на ваше усмотрение. И третий вариант использования нашего концепта сегодня, он больше подходит как раз на классический футворк. То есть мы будем сейчас вращаться по кругу, будем менять ноги, то есть мы сохраняем классическую форму футворка, но при этом не забываем про наш концепт. Начальная позиция. Сидим на левой ноге, на правой. Сидим на правой ноге, левая нога прямая. Делаем разворот вокруг левой ноги,
подставляем вторую руку. И здесь мы резко меняем ноги. Выпрямляем правую. И подхватываем себя левой. Раз. Приходим в нашу позицию. Еще раз. Сидим на правой, левая прямая. Поворачиваемся. Подставляем руку. И здесь. Бам. Данное движение представляет собой что-то, какое-то подобие тристепа. То есть у нас также есть три счета и также есть смены ног, когда мы находимся вот в этом переднем положении. То есть еще раз. Позиция концепта. Бам. Здесь мы. Смена. Раз. Смена. Два. Разворот. Бам. Раз. Два. Разворот. Бам. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз, два, три. И вот мы пришли. Что бы еще я хотел сказать, это о том, что эти движения прикольно сделать друг за другом. То есть вы покажете именно, чтобы не просто у вас как-то фристайлом получилось там что-то с рукой сделать, а вы именно покажете зрителю и судим то, что вы реально как бы думали об этом, и вы развивали эту идею дальше, дальше и дальше. То есть именно показать логическую последовательность вот этого движения, как вы его развивали. Для этого лично мне удобно начать вот с этого, ну скажем так, тристепа. Я делаю бам, 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 бам. Прихожу сюда, потом делаю смену, бам, бам. И дальше с коленями. Бам, бам. Вот такой вариант. То есть мы показываем развитие идеи. От простого, можно сказать, к сложному, более интересному. Теперь попробуем сделать все как надо, как следует, в динамике, в движении, с нормальной скоростью. Итак, вот мы рассмотрели мой концепт, который вы можете использовать дальше, придумать какие-то свои движения с этим концептом, а также попробуйте придумать свой собственный концепт и его использовать, и его развить. Может, у вас из этого получится целый, не знаю, арсенал каких-то своих именно идей, фишек. Всем спасибо за просмотр. С вами был B-Boy RSX на проекте Break Advice. Now recognize. Now recognize.